И всем привет! По краткам сегодня мы продолжим играть в игру под названием «Привет, сосед 2». Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас будет атмосферненький и головоломистый контент. Прошлой серии восстановились мы на моменте, где мы с тобой завершили историю охотника, добыли некий ключик, который у нас сейчас почему-то только один в инвентаре, по идее должно быть лом и ножницы, ну что-то как-то нас, видимо, обделили. Да, не суть. У нас... хотя ладно, слушай, как обычно, переходи по датам с провертым углом, смотри прошлую серию, а мы с собой продолжаем. Сейчас у нас опять будет соседец, поэтому... Слушай, подожди, а раньше, разве у меня ключ нет, не испарился, не исчез? Здесь у соседа мы уже были, получается, в этом доме. И здесь мы собирали как раз-таки этот... Но как ты видишь, в общем, у нас была мини-игра и мини-головоломистая веселуха с сбором всех вот этих домиков. Вот. И, в общем-то, еще вроде бы больше ничего не было. А сейчас я без понятия, что будет. Честное слово. То есть у нас тут, опять же, сверху даже этот проход остался. Соседа я не вижу, кстати. А, нет, вот он, сверху. Идет вниз. То есть, получается, нам нужно, короче, наверх как-то пройти. Во всяком случае, так оно тут работает. Ты ничего не слышал? Во всяком случае, тут так примерно это и работает в этой игре. Есть что-то кому-то нужно, а точнее, соседу нужно. То, по идее, он будет ходить... Короче, если нам будет что-то нужно, то сосед, получается, будет ходить именно там, где это что-то находится. А вот тут так работает, то есть, ну нельзя. Слушай, подожди, во-первых, почему тут какая-то дверь, текстурка двери на это, нафигачена на вот этой вот штуке. Или это типа нормально? Да, или это рамки такие для фотографий, туда типа фотографии так вставляешь, чтобы у тебя этот весь гребаный дом и из рамок и фотографии. Потому что вот тут вот она прямая, типа нормальная. Вот это вот нормальное дерево. А здесь она какая-то такая квадратная, прямоугольная. Причем еще все фигуры разные. Короче, не суть. У нас с тобой есть часы какие-то. Что я тут прям первый заметил. Это, видимо, первая головоломка. Нужно найти все шестеренки. И, видимо, нам дадут какую-то часть. Сверхкрутой. Заливную наливную головоломку. А что тут все так вот скрип... Да, он сюда, по-моему, идет, да? Ну да, и вон теперь за мной фигачит. Козёль. Козёль вместе со своей вот этой вот системой, блин, обнаружения. Ну давай, проходи. Это, слушай, зафига мне его ждать-то? Я ж тут, по идее, могу сам пробегать. И куда мне, по идее, надо это? Идти-то? Опять тут что-то, а? Как вариант, можно... Так, это он, получается, вот сюда идет, вон он там слева. Вот таким, кстати, образом можем это отвлекать. Ну давай. Да, здесь, кстати, есть девочка, которая рыдает. Ключик не подходит. Давай как минимум действительно разберемся, с чем у нас тут может ключ подойти. Интересно, меня сейчас спалит или нет? Я не спалил. Я теперь вали нафиг отсюда. Может быть, мы наконец-то сейчас должны эту девочку спасти? Или это у нас типа концовочка такая будет веселая? А фиг его знает. Ну давай, давай, вали отсюда. Вот что я тут буду стоять, что ли, и ждать? Или ты завис? Походу завис, да? Да, завис. Придется от него вот таким вот образом отходить. Но он меня буквально теряет, как только я беру и перепрыгиваю этот. Ну-ка. А еще я вот так вот сделаю. Так, пока он там тупит. Слушай, смотри, а вот сюда мы можем подойти с тобой. Ты сюда захочешь заходить? Захочешь тут будет заходить. Не успела, короче, уйти. Ну, в принципе, ладно, мы в любом случае... А ключ он у нас отнял или где? Так, подожди, сосед, это интересный момент. Ключ отнял или он, типа, подошел и все нормально? И вот эту штуку, видимо, придется обходить. Или перепрыгивать, прям вот знает. Если мы, конечно, это сможем сделать. Тихо. Очень сильно надеюсь, что ты сюда не зайдешь. Так, ну еще. А, стоп, мы с тобой здесь не были. Мы были вот в соседней вот этой комнатке. Да, я как раз таки видел вот это вот... как ее... Там, получается, у нас то ли камин какой-то был, то ли книжная полка.
Уже не помню, исчез. Так, девочка прям над нами где-то, рядом тут тусует. Так, и что нам тут нужно сделать? Сосед сюда, кстати, не заходит, заметь. Возможно, потому что мы в прыгите тут с тобой перемещаемся. А может быть и нет. Ну, как минимум, глобус я уже тут вижу, да? И что делать? И ты типа вращаешься, крутишься, веселишься. Это, конечно, прикольно. Ну, а что дальше-то? Может быть, что-нибудь еще есть? Слушай, тут, кстати, показано. Вот она, наша пекарня. Вот он, наш чувачок-охотник. И еще кто-то. Смотри, мы его еще не видели. Смотри, какие там прикольные, кстати, ветки. Ой. Так-то у нас получается... Ага, нам нужно в машину фикануть. Окей, плюс одна ласточка, синичка или еще какая-нибудь херечка. Кот, видимо, в часах? Это еще такое тогда? Не, ну звук никак не отличается. Да, звук вообще никак не отличается. То есть не в этом проблема. Мы тут, кстати, можем выпрыгнуть с тобой, если чего. Чтобы что-то не потерять. Ага, это вот наш сосед, это получается охотник? Или кто это? То есть они все-таки были другалями. Что с глобусом-то делать? Или пока глобус нам это особо сильно не нужен? Да нет. Может, подожди, может, вот этот вот палец? Я-я-я, да хватит, подожди. Да, смотри, действительно. Довольно-таки легко. То есть, короче, все зависит от вот этого вот пальца. Вот непонятно нечто. И тогда он открывается. Ага. А больше тут ничего не было, да? А, подожди, это шестеренка же, она вот она, зеленая. И типа все, иди, короче, в этот... ключики эти активируй, да, получается? Вообще, как ключики, шестеренки в этот... часы. Это сработает же, да? Видите, тут уже бегать не я. Здрасте. Он, по-моему, ко мне так и не подходил. Да что ж сам будешь делать-то, а? Вали теперь отсюда. Ты все равно сюда не пойдешь, вроде как. Так, ладно. Часы вроде находятся там. А что это постоянно бьется-то? Гребаный твой этот. Динамитная еще херня, обосраться. Так, хорошо, допустим, зелененький мы уж с тобой нашли. Да, смотри, действительно. Слушай, а видимо тут, походу, часы это самая главная вещь. Во всяком случае, пока что больше ничего не видел. Так, скорее всего, он тут ничего не услышит. Или кого все-таки? Нет, смотри, бежит сюда. А здесь еще одна шестеренка. Слушай, а мы сейчас с тобой... Слушай, не пройдем это все по-быстрому. Давай-ка подождем, а то он сейчас наверняка где-то вот за дверью. Правда, я вообще нифига не понимаю, где он. Честно, вот вроде как звук находится, как будто он прям здесь где-то бегает. Либо сверху. Не, ну вот звук отсюда идет. Но он 100% сверху. Потому что больше негде дверь-то открывать. Здесь они вроде как их и нету. Вот это и... Хотя нет, по-моему, есть. Ой-ой. Не знаю, короче. Какие? То есть, по идее, больше ничего нет. Да ну что ж будешь делать? Блин, ну сейчас опять сюда побежит. Может сначала его так вот поставить? А его, ну там уже ползет сюда. А вы типа отвлекли? Только он почему-то ползет именно в эту сторону. Я все-таки тут еще была вот такая... Кстати, лом. Здрасте, это мне надо. И вот эту бы штуку я бы тоже бы забрал. А почему ты, кстати, туда не идешь? Так, козлина, вот здесь, по идее, звук был. А он прям за мной так идет, нифига себе ты придумал. Давай, иди обратно. Так, у нас с собой есть лом и есть эти...
ножницы. Возможно, для чего-то понадобится. А может быть и нет. Сосед свалит отсюда. Ножницы. И опять меня там спалил? Нет. Хотя нет, смотри, спалил. Блин, да что с собой будешь делать? Гребаный твой сосед. Окей. А мы с тобой уже нашли, получается, две шестеренки. Где может еще находиться третья? Фиг его знает. Возможно, там, где... Куда сосед постоянно забегает. Только его нужно как-то убрать вниз, наверное. Если он, скорее всего, опять завис. Как-то он вниз опять бежит. Вот, он постоянно сюда бежит. Здесь, может быть, что-то и есть интерес. Здесь, кстати, девочку это очень хорошо слышит. Мы что-то могли везде сейчас. Мы это прям взяли через вот эту штуку, даже ее не ломая. А здесь есть какая-то это. А и вон она шестеренка. А где гирю найти? Я сейчас 100% бежит сюда. А ты давай не угорай здесь. Мы сможем уйти отсюда? Тихо. Ты никого не должен был сейчас палить, козел. Да что ж тобой будешь делать? Ну и вот как я тебе говорил, в самый важный момент он будет там находиться, и фиг с ним, что это уделаешь. Опустим. Может быть... Она вот где-то вот здесь, где он сейчас бегает уже. Это шести, как гирю. Ну, во всяком случае, мы с тобой уже гирю это ходили. Ну как, не здесь находили, а в прошлом домике. В каком-то изо. И здесь, смотри, гири никакой нет. Или может быть здесь что-то указывается. Блин, в итоге спалил меня. Я считаю, вот это со мной. Мы здесь много с тобой чего еще не посылали. Он все ближе и ближе, блин. Может быть, я так от него уйти. Вот спокойно. Так, подожди. А мы точно так же тут можем, по идее, еще и посмотреть вообще вокруг. При этом не боясь, что нас сосед как-то спалит. Кстати, мы тут можем его обрезать. Ок. Не? Или не можешь? Жаль. А было бы интересно, вот берешь такой, обрезаешь там сосед снизу, как ты вот туда заманиваешь и убиваешь нафиг. А чем выйдет? Так, слушай, я тут пока ничего прям такого сверхординарного не вижу. Никакой гири нету. Может быть, опять же, в том доме. Его нужно отвлекать тогда, по идее. А куда его там отвлекать? Хрен его знает. Так, хорошо, дай-ка я все-таки его... Так, ну вот мы его при... И он все-таки все равно за нами еще побежал, да? Да, он сейчас за нами бежит. Ну что, сосед, ты можешь вот сюда куда-то прибежать? Я здесь. Давай, давай, давай. И ну, в итоге он сейчас вот сюда вот может переагриться, да? Нет, он вроде как туда зашел. Я слышал, как он дверь взял. Активировал. Блин, все равно я тут в итоге как-то пошумел. Так, здесь есть что-нибудь веселое-то? Есть только прикольное отражение. Но ничего я больше и не вижу. Ну, попробуем тогда взять и... Как, с помощью лома тут что-нибудь... Вот опять сейчас сюда прибежит. Ничего тут больше не активируется. Вот прям вообще ничего. Тихо. Ломаем его. Ломаем козлу. Ну опять не смог я зафигачиться за нее. Тихо. Здесь тоже ничего нет. Может, все-таки что-нибудь найдем веселое? Или, может, нам наверх нужно?
Здесь тоже ничего нет. Ну, меня уже опять спалил. Извини. Так, подожди, я пока не знаю, что искать. А что, где это примерно можно даже находиться? Мы вроде как больше никуда проходить не можем. Давай-ка я тогда тут побегу, и если что-нибудь интересное найду, то включусь. А может, пока непонятно. Может быть, что-нибудь вот тут находится. Где мы просто с тобой тут не были? Вот здесь, видите, только. И опять же, лом забрать какой-нибудь. Лом он опять вот сюда куда-то убрал. Или нет? А где мой лом? Я в смысле? Вот эта штука я обнаружил, окей. А где мой лом? Неужели его просто так выкинул? Да вроде нет. Так, сосед гребаный, ты куда мой лом задел? Не, серьезно, где лом? Может, лом тут вообще не нужен? Он типа его убрал полностью от меня. Чеки случай. Или какую-нибудь картину взять, переломать. Но сюда мы никак зайти с тобой не можем. И такие. Так тут мы уже все с тобой вышли нафиг. Здесь тоже ничего не понятно. Здесь тоже дойти не можем никак. А было бы, кстати, прикольно. Вот как-то вот так через окна. Короче, ладно, как я тебе и сказал, магия монтажа. Если что-то найду, то тебе покажу. И долго я, короче, бегал, я все-таки нашел гирю. Она оказалась вот в этой коробочке. Вообще совершенно непонятно, что он тут был. Я просто решил сюда вернуться, посмотреть вообще, может, я тут что-то пропустил. Потому что единственная точка, где у нас с тобой мы что-то могли пропустить, это только здесь. Окей, давай все-таки теперь тогда пойдем, получается. Ну, блин, тут сосед. Ну, блин, ну, сосед, ну, иди тут нафиг. Смотри, я здесь. Смотри, смотри, сосед, я здесь. Злой, неприглядный. Ну, сильно надеюсь, что он вот здесь не будет ходить. И он все-таки меня воспалил по другой теме. Козел. Так ты меня же не это, не пропалил? А он все равно сюда бежит, ты прикинь? Блин, на какой же ты козел? Ну дай все-таки нормально там забрать эту шестеренку. Или может я просто так и могу украсть? В наглую буквально. Ну он где-то там снизу бегает. Окей, давай попробуем все-таки в наглую украсть. Я, конечно, понимаю, то, что скорее всего опять этот гребаный сосед возьми вот, забежит вот сюда. Забегает. Я смотрю, он теперь снизу бегает. А может сейчас ты его что-нибудь уронить? Смотри, он прям там идеально стоит. Ну, стоял, во всяком случае. Вот было бы идеально сейчас сюда куда-нибудь зайти, вот эту штуку отвязать. Но тут никаких этих обозначений нету. Ну, в принципе, ладно. Грёбаный. Ты что там забыл? Полезь, ну нафиг. Да, ты меня потерял, все, меня здесь нету. Остальное тебе кажется. Так, последняя шестеренка. Ай, да. И у нас сейчас опять с тобой будет. А, не-не. И что произойдет? Или это типа код? Вот это вот какое тут время. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Так, это он здесь веселится, бежит. А бы бац. А какой, кстати, код был? Какое там время было? Где-то сверху, где-то там 11. 11 и че? И 35? Да, смотри. Хорошо-то. Да и тулик.
Она, короче, упала в итоге. Правда, она какая-то странная, так ворона, блин. Упала на вас. Я хотел, чтобы на соседа. И еще как максимум это, вот, что-то какая-то странная ворона, которая деньги приносит. А да, и вот он теперь последний чувачок. Хрен, правда, знает, кто это. Но дом у него, кстати, знакомый. Может, мы его уже находили. В общем, ладно. Мы его уже видели с тобой на фотографии. Видимо, небольшая отсылочка. Где здесь? Может, здесь, кстати, он нам оставили. Где? А, ну вот он, получается. А, это этот и дом мэра, что ли, какого-то. Вот, посмотри, какая-то корума, какие огромные. Мы их тоже видели, на самом деле. Я тоже тут бегал и говорил, то, что это тоже какая-то... Какую-то дзань, куда можно зайти, где хотя бы окна проглядываются. Но что-то, как оказалось, все не так легко и просто. Ну да, это походу какого-то дом мэра, что ли. Здесь ничего не понятно. Или чиновник. Прокрадываемся теперь гребаным чиновником, бэром и с лопатой в руках. Раскулачивай сейчас же будем, козла тебе. Жди, жди. Дверку тебя открыто, открыто, как-никак, приятно-то стало. Фигись, у тебя реально тут хорумы. Можешь сраться, не сраться. Ну ничего, ничего. Еще тебе не нравится? Лопату видишь в руке? Так, ладно. А что мы с тобой тут должны делать? Играть на этой... Смотри, как я умею играть. Ты так не сможешь. Не сможешь, я тебе сразу заявляю. Хотя музыка еще какая-то веселая играет. Джаз? А может ты подожди, может ты не мэр нифига? Или ты мэр только это? Или кто-то вообще? А по где мэр? Еще тут можно жить в такой штуке, интересно. Так, может ты мне сразу скажешь, что тебе тут нужно? Тут есть огнетушитель. Джаз любит. Еще какие-то танцы любит. Я смотрю, таба, еще какие-то пластинки у тебя есть. Не, серьезно, мы тебя будем раскулачивать. Жди, короче, повесточки. А вот и первая, кстати, какая-то это. Компас. Окей. Не, ну песни он явно любит. Всякие разные там у него там пластиночки. Другая какая чехорда. Пришел сыграть, что ли, на пианино? Зря. Слушай, а здесь у нас с тобой проход куда-то обосраться. В другую комнату. Бежишь, уж слышал меня, что ли? Бежит. Слушай, и вот получается у нас все с тобой загадки. А первый компас, кстати, красный снизу, это синий сверху. Окей, здесь нам нужно целых 5 каких-то этих приколёк найти. Здесь есть какая-то подсказка? Нет, ничего как необычного. Слушай, компас... Он опять сюда бежит? Или это я так бегаю? Да мы никак это трогать не можем. У нас просто по красной. Если что у нас с тобой есть, это лопата. Значит, нужно что-то откапывать. Это тоже как вариант. А что бы и нет? Вы. Здесь мы можем с тобой куда-то проходить. Ну как минимум единственное, что я с тобой видел сейчас, интересно. Так только а эту ворону-то сможем убрать? Нет, не сможем. Не знаю, наверняка ничего в этой вороне-то и не было такого. Здесь мы можем с тобой открыть, получается, куда? А, проход куда-то наверх. Это где мы как раз к там видели с тобой цветочки. Это что, таких главное, мы еще можем ходить. Здесь ничего не открывается. Ничего я пока что такого прям сверхнужного не вижу. Здесь мы можем с тобой снова пройти. Есть еще, наверное, от соседа. Ну, я не от соседа уже, получается, от этого. От мэра свалить. Здесь у нас еще. Еще одна такая зона. Каким мы с тобой, гребаны, сверху? Я там, кстати, вижу чайник. Может быть, он тоже как-то используется. Хрен его знает. Короче, ладно. Давай все-таки пойдем постепенно. Будем исследовать этот дом. Во-первых, я первый этаж полностью проигнорировал.
Сейчас бегу на втором. На втором мы нашли полностью отгадку, получается. Что нам вообще нужно делать? А вот на первом пока без понятия. Но во всяком случае, мы здесь можем вообще перемещаться по... вот балкам, что ли. Так, ну он играет, короче. Гребаный музыкант. Ничего я больше не вижу. Он приходит, он, получается, идет отдыхать. Ну-ка, дай-ка. А тут явно нужен какой-то какой-то кот веселый. И ты опять играть хочешь? Тебе не надоело? Е. Получается, желтый, красный, зеленый, синий. Желтый, красный, зеленый, синий. Да опять на веранду свою идешь. Желтый, красный, зеленый, синий. Желтый, красный, зеленый, синий. Так, а мы там что-то с тобой открыли. Там, получается, будет, если я не ошибаюсь, идти. Вот так и опять идет играть. Я, ну, конечно, здесь целостный довольно-таки кекный, если честно. Окей. Опять пластинки. Слушай, это, походу, нифига не мэр, а какой-то такой знаменитый музыкант, может быть. Может, это он тут изображен, вот это вот. Тоже как вариант. Так, у нас здесь с тобой пластинка есть. А, и пластинку нам нужно, видимо, выбрать это. Все-таки стырил нас. У нас там, кстати, пластырь какой-то появился. Лопату не отнял, самое интересное. Может быть, здесь что-то можно вырыть. Мы потому что даже вот сюда не могли зайти. Не то чтобы даже... А, ну да, смотри, там это... Там собакин. И что ты хочешь? А, типа, собаки нам не дают, и собакину надо пожрать. Короче, есть две отгадки. Первое, это нам нужно определенную пластинку. А, нам нужно вот эту штуку потушить. Да, она нас жжет. Нам нужно яйцейк отдать собаке. Причем зажаренный. Кстати, на самом деле собакам нельзя жрать зажаренные вот эти все ваши стейки. Видим, херово от этого станет. Бой. Так, есть еще что-то. Это красота, да и только. Куда мы ее можем с тобой это использовать? Это ничего не даст нам. У нас есть с тобой собака. Огнетушитель, точно, тут же он был. Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка, все-таки попробуем тогда решить вопрос с собакой. Он опять сюда бежит. Нифига, короче, не успели это все сделать. Давай, выходи отсюда, нафиг. Прям сюда решила сесть или где? А, он типа играет, потом идет такой, думает, а сейчас пожру. Приходит, видит то, что еда здесь это. И уходит обратно. Я понял. Собаке тем более такой херни нельзя, потому что огнетушитель, он не просто по приколу. Такой веселый. Так, где у меня это? Ну что, собак, теперь ты доволен собой? Окей, новая штука какая-то, непонятно. Собака теперь просто бегает рядом. Окей. Она даже стейк не стала жрать, ты прикинь? Ну правильно, на самом деле, собака сделала. Но мы ее задобрили с тобой. И теперь, как я понял, он вообще сюда идти не будет больше, да? Здорово. Нет, собака до сих пор играет. Ну или может это до поры до времени. Окей. Что мы можем с тобой сделать с этим корабликом? Нам пластинку еще нужно найти, точно. Нужно найти пластинку, куда-то поставить кораблик. Пластинка может быть где-то сверху. А вот тут у тебя стык-то небольшой был. Что, вот это вот собаке нельзя было отдать? Ты еду не доедаешь. А вот туда кораблик. 8691.
Да у нас какой-то курс, что ли? А где? 8691. Мне еще-то кажется, что на нижнем этаже больше ничего такого прям нету. Я это зря делаю, конечно. Какие? А мы как-то от него ушли. А вот она получается. Вот она та самая пластинка. Ее наверняка как-то... А я пока не буду ничего тут ломать. Здесь тоже мы его можем как-то отвлечь. 8691. 8691. И 8691. Здесь еще... А, подожди, может это цельный кубок уже? Может вот эту штуку нам и надо... Нам надо куда-то это... поставить. Уж как вариант... Здесь мы никуда с тобой пройти не можем. У нас есть еще один этот... Одна какая-то херовина непросельная какая вообще. И что такое? Там глазик, это прикольно, конечно. Допустим. Может быть, тут есть еще какая-то лестница. Блин, какой-то прикольный домик, если честно. Много всякого разного веселенного прикольного. Ну окей, мы с тобой вышли как-то на крышу. Что он нам дает? Я слышу нафига воронов. Вороны, они вот тут вот сверху, вот они. Может быть, тут что-то мы можем отсюда увидеть? Так, подожди, какой-то был 8691, кстати, собака бегает. Окей, все. И все нормально, значит. Здесь я тоже ничего не могу посмотреть, интересно. Ну давай снова сюда пройдем. Тут у нас есть это, опять же, веранда. Давай ходи смотреть. Здесь мы-то... Ну-ка, подожди. Ну давай еще кое-что проверим насчет вот этой непонятной короны. Она сюда встает или как? Может, она центральная какая-то? Я смотри, никуда она не встает. А это его медаля. Ну-ка, точнее, кубки или как они там называются. Окей. Весельчак. Хорошо, здесь мы тоже с тобой ничего не нашли. У нас 8691. 0691. Блин, я уже забыл. Эта штука вообще не работает. Который телевизор. Да тоже никак не работает. Ничего у нас больше с тобой нету. Вот здесь какой-то проход интересный, но он опять же не работает. Сверху что-то такое. Сверху я вижу кубок, кстати. Мы можем как-то к нему дойти, пройти. Ну вот мне кажется, что вот этот вот кораблик, он должен открываться. Но мы тут никак не пройдем. Смотри, тут специально нам даже не дают запрыгнуть на этот телевизор. Хотя, по идее, должны были бы. Но вообще, вот он. Вот то самое место. Может, сюда как-то на этом... На дроне залететь. И попробовать как-то... А, вон оно что. Мы как-то наверх можем с тобой зайти. Только как конкретно это сделать? А, так подожди. Так подожди. Во-первых, вот это что такое? Это что за место? А это место через вот этот проход, и мы его как-то должны открыть. Но опять же, он никак не работает. Вот он, да, он идет туда. И куда вообще код вводить? Прикольное, конечно, место, но пока ничего нифига не понятно. Я нашел два кубка, получается, пока. Здесь тоже ничего нет. Сосед, получается, почему-то бегает только в две точки. Ну не сосед, а мэр получается. А как я? Так, все-таки снова наверх пройдем. И по идее, там где-то будет чердак, с помощью которого мы можем с тобой будем ходить это. О, или где он точно вообще будет? Вот он. А как я? Это мы с собой молодцы, придумали вещь интересную. Лом, а лом у нас, по-моему... Я вам лом-то найду. А меня лом-то забрали.
Может, здесь все-таки он будет еще один лом. Давай-ка пока пойдем туда, куда нам там это. А, и вот он лом. Без до сих пор у нас еще есть обосраться. Ничего это откроет. Так, а здесь у нас проход в никуда. Так и. Давай пока для начала это. Откроем здесь вот эту штучку. Мы ему вырубили что-то. Замечательно, только что мы ему вы. А, мы ему вырубили вот эту херню. Сигнализацию или что-то такое. Это получается первый кубок. Подожди. А второй кубок как пройти? Мы как-то здесь с тобой должны будем. А, вот оно что. Ой, блин, что, у нас так много места-то? А почему не открываешься? И в смысле? Мы должны как-то еще сверху пройти. Может, я что-то не выкупаю? Мы, по идее, еще как-то там должны будем сверху пройти-то, не? Окей, это тоже опять что пока что не работает. Ну, допустим. Допустим, первый кубок есть. Что нам сейчас точно не понадобится? Скорее всего, эти... ножницы. Я слышу каких-то мог или еще какую-то херню. Взять и глобус. Ну, типа глобус. Причем слышу, я где-то именно вон с той стороны. Надо вот эту еще штуку попробовать сломать. Только подожди. Допустим, ломом. Ну, он слышит, короче, то, что это... делать. Тихо. Не урчи. Ты туда прыгать не будешь же? Да, смотри, не прыгает. Но в любом случае сейчас назад пойдет. Уж может тут как-то все-таки пройти можно. Ну, потихонечку вниз будет спускаться опять. А нам мы ее по-хитрому возьмем тут. И пройдем снова. Яйца. Он опять почему-то идет туда. Я не знаю, как-то он что-то сломался, по-моему. Ну, допустим, у нас с тобой есть все-таки один этот кубок. Вот он. Куда-то его можно тут поставить. Но это явно не так, его в квадрат вот. Опять сейчас сюда побежит. Он все-таки должен, по идее, услышать эту всю лабуду. Я пока не понимаю, как вот сюда перейти. От слова совсем. А, все, понял. Ну, был довольно-таки логично, ты так не прыгнешь. Так, какие? Второй кубок. Так, допустим, мы с тобой уже нашли целых два кубка. Ну, наверное, куда-то все-таки сюда. А, ну да, я его больше уже трогать никак не могу. У нас осталось с тобой три последних. Окей. Как нам пройти и это? Или подожди-ка. А мы что-то еще вот эту вот штуку с тобой не смотрели. Мне кажется, что тут как раз тот же этот-то. Нужно решение. Ну-ка. Ты что такое? Ну-ка, откройся. А, и сюда предохранитель этот. Он открывает вот эту картину. А, он не картину. 8691. 8691. А какие? Мы это там посмотрели. Это еще один кубок. Кстати, почему-то с тобой медленно терпит. Так, это треугольник. У нас с тобой последних два кубка осталось. Он с тобой сюда бежит, да? Мы успели пройти. Слушай, а смотри, он теперь наконец-то наверх идет. Да ты ж с тобой никак не работает. Окей, это я все-таки на всякий случай открою. Че и че мы с тобой не сделали? Не, ну есть еще один проход. Я правда не знаю, как его это. Тихо.
Ты все-таки услышал, да? Я ничего не услышал, походу. Здесь есть какой-то звук странный. А, это звук типа от лазеров. Все, я понял. Ну, типа, которые выключены. Здесь тоже никакого прохода. Вот это вот как? Слушай, а он какой-то масон. У него это костюм, вот это вот весело, которого был. Но это явно как-то вот с помощью этого и открывается. Может, мне нужно что-нибудь, нужно это. Или может, это просто приколюха. Да не, не может быть, чтобы это какая-то была приколюха. Вот, она как-то вот тут должна брать и открываться. Блин. Почему ты не двигаешься? И вот это вообще куда можно деть? Может, непонятно. Не, я его как бы взял, а куда? А чё? Есть еще один вариант. В статую, что ли? Давай попробуем к статуе подойти. Если это мы как бы с тобой решали здесь, на улице. А может быть, на улице ты есть решение? Так, давай иди. Уже по идее, кстати, времени прошло. Нифига ему. Да, смотри. Вот еще один кубок. Ну окей, статую мы что-то дали. А, ну да, вот тут подсказка. Типа, у статуи тут есть вот этот веселуха. Хорошо, хорошо. Что дальше-то? Он опять туда бежит. Вот это как-то надо еще активировать. Только я пока без понятия, как именно. Мне показалось. Тебе показалось. А, нет, он все-таки тут тряхует и смотрит, да? Так, он бежит сюда, чтобы проверить, я понял. Какая же хитрица. Так, последний кубок сюда, точнее предпоследний. Так, а ты еще и не понял. Ты что, дурак, что ли? Ты еще тут бегаешь? Да, он такое делает веселье. А каким? У нас с тобой получается последняя история с пластинкой остается. Так я не знаю, как эту пластинку забрать. Ну или во всяком случае... Чем ее забрать? Лом, что ли? Единственное, нам что тут дают, это вроде лом. Ну вот, это, короче, пластинка. Йоди, как ты тут не переломаешь? Попробуем просто с тобой выйти куда-нибудь спуститься. Вот, оно тут открывается. И вот много разных пластинок. Никакая из них не работает. Вы. Ну да, тут нужна пластинка, это 100%. Получается, будет последний кубок или что? Ну а где эту пластинку найти, я пока без понятия. Давай тогда, знаешь, в цели экономия времени. Я все-таки пойду, тут ее попробую найти за кадром. Как только найду, тебе получается покажу. А пока смотри на эту веселуху. А, так она все-таки разбивается. Ну, видимо, не лом, а этим ей, как ее, гвоздицами. Здорово. Здорово из Комарова. Давай-ка мы тут все-таки пройдем. А ты меня видел? А, и он видел, и короче... Ах, ты опять забрался на этот, на потолок. Ну ладно, фиг с тобой. Прощаю. Ладно, довольно-таки интересная тема. Окей, пластинку все-таки мы с тобой раздобыли. Слушай, я паузу оставил хотя бы. На этом секундной мере. Краю не стоял. Ну ладно. Я думаю, то, что это последняя веселуха сейчас будет. Ну-ка. Обосраться. Веселуха. А там есть у нас, кстати, проход с тобой, да? Ай, нам нужно успеть. Да, смотри, и все. И чё?
А вот оно что. Здесь у нас с тобой проход. А к, нам получается последний кубок нужно активировать. Есть часть, что на этот гробаный этот весельчак бегает именно там. Куда ему еще иначе пойти? Можно ее вот так вот его переагрить. Блин, не успел. А, так подожди, ты там веселишься? Вот ты, конечно, красавец. Но, видимо, все-таки услышал музыку и туда пошел. Ну окей. Дальше-то че? Вот эта штука должна там как-то из этой закрутиться, завертеться. Да, я смотри, вот. И что делать? А, и все? Окей. Опять ключи. Где-то ключ он... Чему и кому? Здесь вроде как ничего интересного нету. Посуды всякие разные, глаза. Эти... интересные одежды. Да ничего более. А вороны где? Я их слышу опять же где-то сверху. Может это все? А, подожди, ворон больше нету. Подожди-ка. Где вороны-то? Тут по ворону можно определить, куда тебе идти еще. Ворон здесь, короче, больше нет. Да мы, по идее, наверное, решили всю историю. Тем более, к тому же, он, видишь, сумерки случились. Слушай, когда сумерки, то обычно это... В музей надо идти. Музыка еще какая-то страшная. Ворон у нас там теперь находится, да? Это опять получается музей. Да, это музей опять. Давай-ка, когда у нас музыка все-таки есть, кстати, смотри, теперь там это бобенцы ходят. У нас все с тобой, видимо, эти соседи появились. Все абсолютно открыто, и теперь получается последний визит в музей. Ну или как штука называется, без понятия. Пойди в музей, там же эти... Хотя нет, к соседу. И музей нихера никакой. Короче, ладно. Я думаю, что на этом моменте можно закончить. Там смотри, какой луна офигенно быстро идет. В общем-то все. На этом моменте мы заканчиваем с тобой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока. Thank you.